На ремонте вот такой фен Зенит, его модель ZF2011, написано 1400 ватт и 2000 ватт. Значит, он работает на второй скорости, на первой скорости не работает. Причина может быть обрыв уже после переключателя, или обрыв провода, или проблема с обмоткой тена, или кнопка. Мне кажется, больше всего, что кнопка. Как видим, он уже видавший виды. Вот так вот снимается у него. Вот эта вот штучка, это от пластиковой бутылки, которая обжимается при температуре и закрепляется. Видим, что у него уже не все в порядке с жизнью. Он тут немножко проплавился. И это не очень хорошо, когда прислоняется, потому что тут высокая теплоотдача, и нужно бы вот эту часть немножко подрезать, чтобы не соприкасалась. Или, может быть, она тут от температуры наклонилась и уперлась. Ну, не важно. Значит, откручиваем винты по периметру, вскрываем корпус и смотрим, в чем проблема. Но выключаем сначала с розетки. Ну что же, открывается он. Вот это тоже нужно снять. Открывается, но чтобы открыть, нужно снять вот эту вот часть. И чем теперь займемся? Смотрите, у нас вот один провод пошел напрямую, а второй через выключатель. Значит, нужно тестером проверить 220 вольт вот от этого контакта, который напрямую точно доходит, и в одном положении смотреть. Значит, я даже можно на прозвонку, допустим, вот отсюда он должен соединяться вот в этом положении с этим, а вот в этом положении с этим, наверное, так. И посмотрим, прозванивается или нет. Значит, для того, чтобы проверить кнопку, я решил ее снять. Почему? Потому что прозванивается и сюда через обмотку. Поэтому получается, смотрите, вот когда я вторую кнопку включаю, вторую скорость, сюда прозванивается. А в первую скорость сюда не прозванивается. Ну, значит, что необходимо сделать? Необходимо разобрать и почистить контакт. Ну, наверное, если все там не сгорело. Вот так вот засовываем. Засовываем. Выводим из зацепления. Вот здесь вот зацепление. Выводим с одной стороны и выводим с другой. Опа. Ага. Так, вот я вытащил, и у меня теперь тут шарик и контакт. И что необходимо сделать, посмотреть, если вы, может быть, видите, контакт очень подгорел, черный. И нужно просто зачистить. Значит, если сверху мы можем зачистить, так вот это вот будет не просто собрать этот. Значит, сверху можем вот этот контакт над фильком зачистить, так нежно только в обратную сторону, чтоб, как вижу, вроде бы посеребренный контакт, поэтому. Чем меньше серебра снимете, тут все насквозь.
меньше не получится. До меди пришлось. Так, и а здесь просто отверткой заводите и царапаете. И все. В общем-то, в этом будет заключаться ремонт. После процарапывания и полной зачистки. Теперь собираемся его собрать. Значит, непростая эта задача будет, потому что нужно удержать шарик на вот этой пружинке. Нужно удержать шарик. Для этого придется смазать смазкой. Он прилипнет и будет держаться. Здесь старую смазку убираем. И наносим какую-то смазку, ну, типа солидола. Только желательно не солидол, если вы надолго его собираете. Солидол потом застынет. Может быть, шрус или циатин, но только не солидол. Итак, как собрать его в обратную сторону? Зачищенное пинцетом или просто методом попадания и поправления. Тоже так можно. Всовываем туда, устанавливаем контакт. Он там ходит. И, как я и сказал, немного смазки. Ну, вот я шрус намазал, и теперь, смотрите, шарик не падает вниз. И вот таким образом просто соединяем, никаких, и все. Так, ну и проверяем. Я уже не знаю, в какую сторону оно было, но сейчас можем проверить. Так, никакой связи. Сюда есть, это вторая. И сюда есть. Теперь соединяю просто тут на месте. И попробую, работает или нет. Просто включу в розетку в разобранном виде. Значит, сейчас стоит на первой скорости. На первой скорости работает. Вторая скорость тоже работает. Ну, все, с розетки вытащил, и теперь собираем в обратное последовательность. Как видим, несложный ремонт, очень простой. Повторяйте, вы всегда сможете своими руками делать сложные вещи. Я сейчас еще не буду собирать вот эту часть фена, которая поплавилась. Постараюсь его срезать, чтобы он не прикасался, иначе он будет так все время плавиться. Механически сейчас чем-то срежу, наверное, или может быть по-другому сделаю. Сейчас попробую здесь же феном или газом нагреть, и если она греется и обмягчается, то попробую загнуть, чтобы не прикасалась к горячей трубе. Ну, вот таким образом, заканчивая видео, повторяйте. Тут я уже просто соберу, и готовый фен. Увидимся на канале, вы сможете увидеть большое количество, сотни видеороликов о ремонте бытовой техники, электроинструмента, автомобиля. Подписывайтесь на канал, всего доброго, увидимся.